Ученые, эксперты уже давно согласились, что похудение вызвано не просто физическим усилием над собой, но есть также и целый ряд эмоциональных, психологических, психосоматических проблем, которые увязаны с размерами и состояниями нашего тела. Нет генетики, нет плохого обмена веществ, нет ничего, что мешало бы вам воплотить желаемое, кроме вашего мышления, подсознательных причин и ограничивающих убеждений, о которых мы с вами сегодня и поговорим.